Репетиции этой пары всегда заканчиваются одинаково. Она лежит на льду в приступе смеха, а он лежит рядом. За компанию. Отличная компания. Татьяна Навка и Марат Башаров. И я понял, что с каждой программой фантазии все меньше, меньше и меньше. Наученных во дворе, на льду, движения уже все показаны. Все сложно. Сложно удивлять, искать какие-то новые образы, новые музыки. Раз, два, шаг, вперед, скобка, подтычка и шаг. Подтычка и шаг. Я не буду мучить до утра. Я без носка надел, Конек. Босиком? Босиком? Мне сейчас все равно. Да. Говорят, что если без носка... Что? Тройной, можешь на тройной пойти. Если без этой штуки и без носка 4 делаешь, то луп четверной. Но я на 4 боюсь лед попорчу. Пытаюсь, стараюсь. Конечно, не все получается. Да, он любит растягивать процесс. Вот. И когда он на меня не реагирует, я начинаю включать свои женские капризы. Пам-парам. Поворачивай. Ты только не толкай. Не толкай, Тань. Ты что делаешь? Благодаря Тане, смотрите, мы вот в этой программе мы покажем все, на что мы способны. У нас есть парочка, две мины, две бомбы, о которых наши коллеги еще не знают. И мы их обязательно покажем. Так что смотрите нас сейчас. Сейчас мы их будем показывать. Ну и что ты покажешь? На льду Татьяна Навка, Марат Башаров. Продолжают тему хитов 80-х годов прошлого века Татьяна Навка и Марат Башаров. Одни из главных претендентов на победу в нашем проекте. Безусловно, завела публику. И сам танец исполнен, ну, скажем так, почти безукоризненно. Я напомню о том, что Татьяна с Маратом выиграли соревнования в первый день, когда представили танцы народов мира. Затем победили в третий соревновательный день. И, наконец, неделю назад они разделили первые и третьи места с Екатериной Гусевой, Романом Костомаровым, Инги Бондарчука и Александром Жулиным. Такая похвальная, завидная стабильность, которая говорит, безусловно, о росте мастерства этих фигуристов. Еще раз подчеркну, Татьяна с Маратом претендуют на победу. Уже об этом можно говорить абсолютно четко. На победу в нашем проекте. Ну, давайте дождемся оценок. Как мне кажется, сказать, они будут весьма и весьма высокими.
Я хочу передать привет Маше Порошиной. Маше Порошиной. Ты просила, я передаю. Татьяна Навка, Марат Башара. Оценки за технику 5-9. Хорошо, 5-9. Средний балл 5-9. За артистизм 6. Потрясающе! 4 шестерки за артистизм. И Татьяна с Маратом становятся лидерами наших соревнований. 6-0. Вопрос к кинорежиссеру, к Родиону Нахапетову. Как вы оцениваете актерское мастерство пары? Я просто потрясен. Я знаю Марата как замечательного актера, но чтобы так играть на коньках, это, конечно, удивительно. Это все равно, что... Это все равно, что для меня, я сравнил это с падением из самолета без парашюта, и в этот момент еще играть что-то. Это очень тяжело. Молодец, поздравляю. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. А мне очень нравится, что он разный каждый раз. Вот он сегодня вышел с магнитофоном, и я не узнала его. Только у талантливого человека может быть вот так много лиц. Маратик, будешь богатым, тебя не узнали. Ребята, вы, как всегда, великолепны. На дискотеках под эту музыку танцевать легко. А как кататься на льду? Очень тяжело. Несмотря на то, что музыка всем известная, очень заводная, это очень для меня было сложно. Я старался изо всех сил. Спасибо залу, кстати говоря. Огромное спасибо. Вы очень поддержали. Спасибо вам. Тань, как ты считаешь, справился он? Справился. Мы вчера опять репетировали, признаюсь вам, допоздна. Я думаю, что нам надо продолжать репетировать допоздна. У нас очень хорошо получается. Танюш, то, что Марат постоянно смешит тебя на тренировках, это не мешает готовиться? Наоборот, мне кажется, результат налицо. Шутка нам помогает. И результат действительно налицо. Я вас поздравляю, молодцы. Спасибо.